Продукция Made in Uzbekistan продолжает покорять зарубежные рынки. Между тем, ширится география экспорта кожевенно-обувных изделий. На этот раз повышенный интерес проявили крупные итальянские компании. Начнем с цифр, дабы понять, что мы имеем. В январе-августе текущего года объем производства продукции промышленности превысил 3 триллиона сомов, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил чуть более 110%. Виды экспортируемых кожгалантерии и обуви увеличились с 48 до 65, а география экспорта расширилась с 32 до 42 стран. И в скором времени очередная партия национальной продукции в новом ассортименте будет на прилавках Италии. Наше предприятие выпускает 500 пар обуви в день. Ведем деятельность с 2016 года. Мы имеем торговые дома в нескольких городах Казахстана. На днях наше предприятие подписало соглашение, по которому мы будем поставлять нашу продукцию в Италию. Это происходит благодаря вниманию государства к нашей отрасли. Когда мы завозим оборудование или же сырье, для нас существует ряд льгот. Это же помогает нам нарастить производственные мощности. Качество обуви, производимой на этом предприятии, полностью соответствует европейским требованиям, поэтому выбор итальянских дистрибьюторов был ориентирован на Узбекистан. Также достигнуты договоренности с компанией Fena об экспорте 2000 пар обуви на сумму 100 тысяч долларов. Также компания Tekken ведет переговоры с данным узбекским предприятием о выходе на европейский рынок, в том числе и на итальянский. Основной акцент будет сделан и на оказание техподдержки. Окончательные соглашения планируется подписать на международной выставке «Узчарм Экспо-2022» в Ташкенте.